life, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, hello. I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. Yeah. I can help you out. I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my Привет. Hello. У меня хорошо, как у тебя дела? Устал. Я кушаю креветки. За твое здоровье. Guys, I'm not lose. Мой узкий это дерьмо. No. Да, это какашка. I follow you. Guys, oh my god. Thank you. Thank you so much. Guys, send me panda.
Thank you. Mwah. Thank you so much. Thank you. Mwah. Это ты, пупсик. Oh my God. Здорово. В смысле, 149-е идет, не идет там. Как дела? Джеймс, hello. Я нормально, сегодня не попыталась из-за плохой погоды. Ветер. Очень жестко был. Радиалка — это там, куда я на КТМ постоянно приезжала. Это там, куда приходила тёлка этого Никиты постоянно. Там, где меня тип за сиську схватил. Да, завтра очень... Блин, сейчас, секунду. Да, я же говорю, я не знаю, как туда добираться, еще и рано утром, еще и после катка. Сори, какашка, интернет. Я вообще не знаю, особенно так сейчас, когда у тебя нет машины, это вообще очень жестко. И там будет Лиза. После всего, что произошло между нами, там будет Лиза. Фак. Thank you! Да что за тёлки? Вообще не понимаю, зачем. Так. Могу только после будет приехать.
Даже если перенести на час, я все равно не успею ничего. Джокер, hello. Я могу с тобой поехать, потом такси вызову. Just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one guys support me. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Oh my god, guys, I'm not loose. Guys, send me please, Panda. Hello, James, hello. Please. Tim, hello. I love Panda. Ready.
god! Thank you! It's amazing gift. Thank you so much. Oh my god. Oh. Guys, I'm not lost! В смысле, ник он же писал. Thank you! Guys, I'm lose. I'm lose again. Hello, guys. I'm not lose. Я снимаю, поэтому я не могу играть. Thank you! Oh my god! I'm not lose! Oh my god! Hello. Иди нахер, долбоёб. Что ты мне пишешь? Красоту сосков, боже мой. Какой долбоёб это пишет? Hello guys, hello. Okay, давай. Mm-hmm.
Guys, send me panda, please. Нормально. Писи что? Писи О, боже мой. Кто в наушниках сейчас будет очень приятный звук. Блядь, я цитался, как сука, фотки перекинул. Так это ж легко. Там я никогда контроль не пользовался, блядь. Да. Артём, ты что, пропал опять? Я отметила. Ебать, туда трое летят? Блядь, сука. Да не-не-не, не спускайся вниз, ты что, гонишь? Да мы вдвоем не вывезем. Блядь, со мной человек, сука. Блядь, я руку не... Ой, UMP, блядь, ура, нахуй, можно не дать. Сука, возле меня уже оружие, блядь, просто. Блядь, у меня есть оружие, но я этим оружием могу только, блядь, попу потерять. Ты что там можешь сделать, я руками. У меня нет оружия. Да, дальше справишься. Да подожди, человека слышу. Блядь, в этом доме человек. Ник, в твоем доме человек. Блять, у меня что-то с интернетом. Вы меня слышите? Нет. Алло, меня слышно? Да что такое? Блядь, да что такое? У меня с интернетом проблемы, блядь. Да охуенно, что меня слышно, меня убили, блядь. Я просто на месте стояла, меня ёбнули. Вы даже не защитили меня, блядь. Да пиздец, всё нахуй. Козлы. Thank you. Тебе нужна эта винтовка. Сейчас тебе скажу.
покажу, что у меня. М24. О, это охуенная тема. Тёма хорошо с неё стреляет. Тём. Эти пачки пока добивают. О, красавец. Блин, креветки такие вкусные, как будто я их год не ела. У меня трижды перезапустился интернет сам. Ты типа, если призапал два куда-то, то было бы всё нормально. Не любишь меня, так и скажи. Бежал я в душу. Тёма, не ври, говори. Я этого не видела. Тёма, ты расскажи правду. Первый раз мы выжили в Минстоне, блядь. Да, кстати. Спасибо. Мы. Говорит, мы выжили. Ну алло, меня убили случайно. Да я шучу, ты чего? Бля, как хорошо, что у Ника хуёво с памятью, он не помнит, что он вчера пиздел. Ну хорошо, что ты не помнишь. А? Хорошо, что ты не помнишь, говорю. А что именно я видел? Про мое имя. А, да я не буду, я типа нахуя. Настя. Сука. Переживай. А, прихожу, блядь, в дворец и ник на всю, на весь дворец. Привет, Настя. Блядь, это моя работа. Я бы тебе сказал, что твоя работа на себе грубо. Что? Мы заполняем таблицу. Небольшой, серьезно? Да у меня губы, блядь. Да, губы — это серьезная проблема. Угу. Один раз не то сделаешь, блядь, и минус губы. Какие-то тёлки ко мне заходят на трансляцию, заебали уже. Я их блокирую, блядь. Я... Конечно, вы на дроп пошли, блядь. Тёма, проще его уже сделать этим, блядь. Нормальный какой-нибудь винтовки. Внизу он. Стоит. Да, блядь, возьми нормальное оружие. Они, блядь, в открытом доступе. Где? А, нихуя себе. Они в открытом доступе, ты... Блядь. О, красава. Блядь, да добивай его, пока он его лечит, блядь. О, молодец. Там за дропом. Да, я видел.
машина, блядь. Ебать он. Опять телефон залагал. Или чуть выше, может, где-то я не знаю. Да, вот, вот он отсюда стрелял. Блять, у меня так залагал телефон опять, блять, что я даже не увидела, как тебя убили. А вон он. Нет. А вот он, да. Да, вон он перебегает. Красава. Хорош. Ебать, Ник, молодец. Умница. Умница. Ебать, завтра чувствую, мы будем не кататься, блядь, а в папку играть. Ух, ебать, хп. Да, хп нормально подводит. Ой, блядь. Это в крысу, сука, это не считается, это хуёво, Приятного аппетита. Ого, спасибо. Кто это нахуй постоянно ко мне заходит? Где? Миося. Да-да-да, тут. Миося. Я не знаю, это мне бывший придумал. А? Это мне бывший ник придумал. Да не, меня уже все под ним знают. Блять, боль. Ай. Ебать, Артём рассказывает про вакцинацию и про карантин. Говорят, что это все еще 2 года будет длиться. Пиздец. If you're gonna leave, I'ma let you go. Давай все-таки туда. Да. Да не, у нас там вроде не будет. Ой, я засмотрелась в трансляцию просто.
прикольно, нормально. У тебя на противника парашют похож. На противника, типа, противники обычно с таким падают. Блять, я в воду упала, сука! Блять. Ты подорвался, я ебаный, блядь. Это Ник, все, я, блядь, летела на твое место, блядь. Пиздец, блядь, залутала нахуй. Ну ничего, это к лучшему, я начала сразу четвертый прицел. Отметь, пожалуйста. Ой, не, хуйня. У меня было такое, что я попала прям в голову, но не, ну типа хп сняло, но не убила полностью. Что, найдешь ДПС, скажи, пожалуйста. Найдешь ДПС, скажи, пожалуйста. Зачем? Зачем? Ой, спасибо. За, я потеряла шест... А, нет, все здесь. Дёма. Дёма. За, это где ДПшку будешь искать? Я помню, что с ДПшкой ходил. Кому нужен третий рюкзак? Что? Нет, блядь, спасибо. Не подходи нахуй ко мне. Именно катки, в которых мы прикалываемся, я специально выбрасываю гранаты, они потом прикрепили. Да, да, кстати, вчера так было. Вчера было, я тупо три гранаты выкинула, а потом типа сидели в катке, я не мог их даже закинуть. Ибо нехуй, блядь, не трогать. Вот это не надо мне трогать. Завтра и послезавтра мы будем насыщенные. Очень, очень много. Чего? Да, завтра у нас утром типа Вася проверим, найдем кататься, потом Галичёс надо поехать. Нахуя, Галичёс, нихуя себе. Там типа, катка. Сходка у нас там, типа, понял. Просто кататься. И типа потом приехать домой, пойти ко мне. Хаваем, выйдем на каток. А потом в субботу в 10 утра у меня тренировка. Ну да, красавчик, красавчик. У нас там будет, по идее, Лера. Восемь. Семь, восемь. Еще утра можно. На субботу там еще 2-9 записались. Чья-то жена на субботу записалась? Чака жена на субботу записалась? Да, она сказала, что с левым ему... Да, да, я просто буду с тобой ставить и... Блядь, дроп впереди меня, а стреляются вправо. Блядь, тут 300 метров, да. Это хуёво. Твою мать! Блядь.
Чувствуешь? Да я разлила, блядь, колу. Я поставила телефон на нее, и она упала. Я думал, ее в банке убиваю. Все нормально. Я тоже смотрю, вроде ХП полное, думаю, чего я ору. Блядь, пиздец. Хорошо, что не на телефон, блядь, и на этом спасибо. Давайте в зону, потому что возле меня тут стреляют. То спасибо, блядь, сейчас, дай мне вытереть нахуй это все. Блядь, еще и кока-кола, нахуй, это не вода, блядь. Человека вижу. Он бежал на дроп. Одиночка, блядь, волк. Возле меня тут стреляли с правой стороны. Сейчас буду идти к тебе. О, третий прицел, отлично, я третий люблю. Иду. Спереди меня стреляют. Это мидсинг, да? Да, да, я лутала, но там осталось оружие. Я забрал только шлем и этот. Блять, Артём, это ты второй? Ты второй номер? Да. Там тип, да. Потом тип, потом сильный тип. Зовут Элиду. Угу. Да-да-да, вон побежал. Да, он из-за будку туда бегает. Блять, я его не вижу. Видеть? А, его ёбнули, да, его ёбнули. Значит, он ползет к своим. Сзади стреляются. Сзади. Это бот. Сзади бот. Блять, ребята, мне надо убрать. Я в доме спрячусь. Артём. Да-да-да. Я в доме спрячусь, мне надо вытереть. Хорошо, давай. Блять. Что? Иду к вам. Хорошо, все нормально, трои. Нихуя себе. Сырянчик. ДПшка есть. А, в смысле, три ёб. А, да. Так всегда. Бля, где вы убили? Они стреляют. О, вот вижу. Зона аккуратно. Блять, зона. А там я троп. Пиздец. Кому же взял? Не, у меня их куча, спасибо. Ой, прям возле меня стреляют где-то тут. Да, возле меня тоже где-то. А, ну да, мы же рядом. Где-то за вот этой горой, где-то они сразу за горой. Да, вот они рядом. Он где-то вот прям очень близко. Миру лежит. Угу. Вижу человека в доме в этом. Где? Вон он высунулся. Вырубила. А, вижу. Блять, у меня прицел не работает. Товарищ, иди сюда, ползи к нам. Откуда он, блядь, стреляет? Блядь, по мне. Откуда ж ты, сука, стреляешь? У дома какого-то, в дом. Беру. Ты хильте, не вылазь, пока не вылазь. А, вижу, человек возле этого, возле, блядь. На 300. Короче, даю метку вот так вот, просто вот туда. Сейчас. Вот там вот. Вот там был человек. Блядь, не видно. Я пока что на гору залажу, попробую идти. Сзади никого хоть нет? Человек сзади человек. Вон идет сзади вас. Блять, вон он. Здорово.
Блять, по мне. Сука, его люди стреляют. Вот тут человек меня стреляет. На меня ты вряд ли поднимешь, у меня хп нормально отнимает. Вот он стоит за камнем, за камнем. Блять, и с другой стороны по мне. Блять, Тёма, ты можешь меня поднять? Сиди в дыму, сиди в дыму, сиди в дыму. Спасибо. По нам справа стреляют, оттуда. Ничего себе. Спасибо, да, у меня большая аптечка. Человек. Блять, я никого не вижу, сука. Ник, у меня человек. Да, вон он лежит в траве. Красавчик. Блять, как мы в зону будем перебегать? Вижу, типа, Я тоже вижу. Вырубил. Вот здесь сидит, сука. Побежали в зону, будем встречать. Там вот тут тоже тип внизу. Нам надо зон. Побежали, побежали. Ну 70 метров вот уже хорошо. Дома. Ебать, там пиздец. Зона игровая, зона убила. Mm-hmm. Надо сидеть вот здесь, сидеть и ждать их. Просто ждать их за камнями. Они сейчас будут все выбегать. Ну да. Трое получается. Что? Блядь, еще зона. Не вижу пока никого. Погнали, сразу будем пытаться перебраться. Ебать, вы уже нахуй далеко, блять, и я такая сзади. Привет. Как-то хотя бы поближе чуть-чуть. Одного тоже убила зону. От меня чёрт. Да, вижу. Убил. Так. Ебать, он стоял, он тупо завис. У нас один человек остался. Да, один человек прочно. Хорошо. У меня только было, что всю тиму, блядь, перебивал и его делал. Стал, блядь. Интересно, где эта крыса сидит? Ну, бля. Один тип против троих, это жестко. Я бы не вылазила. Бля, я уже пол колы разлила. То на пол, то на кровать, блядь. Мне нельзя так. В смысле, кто убил? Ебать, тип сам сдох. Он, наверное, просто там остался спать, блядь. Да, лучше на зоне посидеть. Давай. Я пока не покакать. Бля, я так жестко разлила воду, это пиздец. Да нет, я себе новую открыла, потому что кушала креветки, типа. И телефон облокотила, блядь, оно нормально стояло, а потом как наебнется. Я как обычно, да, я как обычно, блядь. Ничего нового. Блядь, сериал какой-нибудь начнется, нахуй заебало и поменяю. Серьезно?
Я не вижу. У меня вообще бильярдный? У меня нет. О, через стволку. Ты в смысле играет? Его ж нету. Ну, я еще одну и пойду. Sky, hello. Go. А кто выбирает? Кто лидер? Я. Давай. Сыграем в арену и Бивза подождем. Бивза. Кто это? Да, ты не нажал. Это который кучерявый на катке основной был. А, понял. Так он же уже не кучерявый. Нет, за что? Ну, уже да. А это АБЦ? Нет. Это арена. Блять, да тут люди у нас уже на базе. Блять, у нас на базе 2 человека. У нас на базе 2 человека. Охуели, блядь, совсем. Каким образом, блядь, они попали сюда? Блядь, да у меня не настроена игра в этой хуйне. Сука. Да, блядь, у меня не настроена пушка, нахуй. Сдохни, блядь. Справа люди, справа люди. Справа, справа, справа 2 человека. Человек, человек, человек. Блядь.
сука, тут тип сидит наверху. Его надо как-то забрать оттуда нахуй. Блядь, да не гоните, сука, как мы проиграем, блядь. Да раз, блядь. Да сука, ну как они по мне попадают? Блядь, я только научилась. По центру человек. Пошел нахуй отсюда. Давайте вместе держаться. Давайте вместе держаться, говорю. Блядь, какой-то пидорас где-то сзади был. Вижу. Блядь, вот здесь тип. Два типа по центру. Блядь, да как нахуй они выигрывают? Блять, он меня опережает на одно убийство, сука. Пидорас. Я устала уже играть. Ого. Мне подарок подарили. Ну что, бив зайдет, блядь, я съебаюсь уже. Артём. Ребята, он, наверное, в инсте. Ну, я одну игру еще сыграю с этим, который зайдет, и пойду, потому что я работаю.